Значит, сегодня у нас 21 августа 2017 года, понедельник. Вот это из Потеряевки только поворот делает где-то, посмотри. Ну вот все, дальше уже нету. Вот это уже все. Развернулись. Выезжают сразу и начинают крутить туда под ветки, хлещут. Ну что, нормально? Едут на... Это сейчас дожди небольшие, а тут вообще было, как говорится, озеро. И у братья попросил Глушкова Игоря Валентиновича. Ты ездишь сюда, а там-то бульдозерит сделал, да, теперь он туда шмыгнул, и все, я вас знать не знаю. Здесь он бы шмыгал каждый день, потому что это на урывку, рядом. Но он теперь круговой будет, куда угодно, чтобы сюда не смотреть. Почему? Ленивому человеку и совестливому очень трудно жить. Совесть его мучает, а сделать неохота, он ничего не может. Я ему сказал, у тебя зять, здоровый, крепкий парень, из армии вернулся. Ну, у тебя есть прицеп у машины, ну, долго ли тебе это сделать? Ну, вложи. Тем более в уставе написано, не отрекаться от общественных дел. А то в уставе, он устав нарушает. Для себя, сепаратист. Поэтому я рассудил так, это нам Бог дает, благодать такую. Когда мы это все сделаем, надо успеть, я говорю, захватить работу. А то другой, он сейчас проснется, одумается, кинется сюда. Лежу, мать нахмурилась, со мной как будто бы чужие. А мы такие друзья с ней были. Это не годится. Вот на этом, на маленьком деле, выявляется наше христианство. Настоящее оно или подложное, лживое, слабое. Что тут? Вода. Сейчас я вам делаю подкоп. Уйдет туда. Ширина этой трассы была 10 метров. Это много. И поэтому бульдозеристу, когда делали там насыпь, я сказал, ковыряй тот бок. Вон и дальше-то это. А то он его делал. Трасса осталась целая. Которая бортовины, мы их сейчас сюда засыпать. Выровнять, чтобы машину тут боком не шли. Это зеркало. Вот до травы. Это зеркало на... Ну, театр с вешалки начинается. И так и здесь. Мы попросим благословения. Вот туда не кидать, я говорил. Уже видите, уже... Кто туда кидал землю? Там нечаянно пару лопат попало. Не надо. Пару лопат эти придется с грязью выбросить. Она так грязью будет лежать. Тинистое место не сохнет. Мы должны заложить сухую землю. И прибить ее. Вот бросили, эту землю уже надо будет вытянуть. Ну, то есть реально подойдем. Угу. Там я сейчас глубокую траншейку копаю, туда не заезжает никто. И воду спустить в кювет. Молимся. Вопросов нет ни у кого? Исааки, доброе дело ты сделал, что пришел. На всех делах твоя, говорится, лепта. Господи, слава тебе, всемогущий Создатель. Ты дал эту землю людям. И благословил ее произощать полезный злак на пользу человеком. Слава тебе. Научи нас обихаживать эту землю. Помоги восстановить то, что было хорошее. А доброе, да никогда не вторгнется сюда. Укрепи нас силою, благослови Игоря. Положи ему на сердце задуматься о том, почему он отвергся такой доброй работы. Милости твои не отнимают нас. Научи нас уразумевать волю твою святую, и с ревностью, с любовью, в Духе Святом исполнять ее. Между нами да будет мир и любовь, и согласие по Слову Твоему. Соделай любой наш труд полезным и безопасным и благословенным, чтобы оно прославляло Тебя, наше трудолюбие. В поте лица, чтобы ели хлеб свой. Господи, слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все. Ладно, пока умощайте это вот. Совковые лопаты стоят, вот они. Вот, вон они лежат. В ведро, в воду и за борт. И на сухое сыпьте здесь, пока там работаете. А мы здесь сейчас выскребим все. Вот лопаты, берите совковые. Даже три, никогда столько не было. Я тут копаю. Сейчас я воду буду пускать, и ты посмотришь, как она пойдет. А она пойдет. Ей деваться больше некуда. Вот. Видишь, как вот я поторопился сегодня первый приехать. Натащить инструмент. Лопата попробовал, как бритва острая. Все лопаты натащил. Взяли на всякий случай сечку. Это такая топор длинной ручки, вертикально приваренной. Вот сейчас, видишь, как я пока сухое, стараюсь
выбрать здесь поглубже. А когда вода потечет, тогда в воде-то потруднее будет. Ну вот так. Сейчас будет прорыв. И вода, которая там, она должна утечь. Как такую работу не полюбить-то? С землей, на свежем воздухе, с молитвой, с друзьями. Да, я никому такую работу не отдам. И хорошо, что он отказался. Иначе бы нам эта работа не попалась бы. Вот видишь, я прорубаю, по-сухому стараюсь выбрать. Это не просто так. И все, кто делает по-теряевски, что обувно в объезд. Вот ты залез, видно, что вода. Ну, ну все. Сейчас мы начинаем Саяно-Шушенскую ГЭС устраивать. Там надо глубже, Игнатьевич. А? Там надо дальше, глубже. Вот здесь выше? Да, тут выше, да. Ну, не видно мне. Угу. Вечерок вот из глуши. Я думаю, пойдет. Чтоб сухим завалить. Еще не так возьму. Лишнее-то тоже неохота копать. Ну вот теперь мы начинаем пропускать ее. Ой, у меня обувь-то такая. О! Не знали, что делать с водой. Объезжали ее. А зачем объезжать-то? Вот она пошла. Вот она. Тогда ребятишки, когда пускают ручейки, так вот это похоже. Даже листик потянуло. Смотри. Вспомни детство. Так быстро убывает. Я только подкапываю. О, пошла, родная. О, все, гляди. Видно, как это облака идут. Вода, уходи. И стали воды стеной около меня, когда Моисей вел. По левую, по правую сторону. А как, вот я встану сейчас так. И по левую, и по правую сторону. Скажет, мучается. И другим людям не дает покоя. Ну, как угодно думай, но дорога должна быть сделана. Повторяю, дорога это важная. А почему с начальством туговато еще? Он бы так вот стал сейчас кого-то звать. Кто пошел? Я никому не обратился, к одному Исаакию. Потому что он не раз уже был, ну, все там заняты. А он не отказался. Все, вода-то, туман идет. Там вдалеке видно настоящий туман. Надо все время улучшать, то есть углублять.
Смотри, как быстро убыла лужа. Там тоже, видишь, застряла вода. Вот теперь оттуда пошла. Там сейчас озеро будет, рыбу можно разводить. Ну все, смотри, где была и куда ушла. Одно удовольствие поиграть в воду. Кораблики можно пускать. Да, конечно, у меня листик репейный, я бросил, его понесло и куда-то утащило, даже нету. Ну вот сейчас маленько грязь выгребем, немножко хотя бы, на сторону ее. Она потом подсохнет, а ложить сухую землю. Ну кто может там хорошие сапоги, помогите мне. Я не гордый, не откажусь от вашей помощи. Дырявые. Одни вот у меня хорошие. Вот где она не хватает. Вон там воду. Давайте мне. Вот здесь маленько колупнуть. О, видишь, сколько намокла ее. Так это еще не ездит. Тихо. А это совковой лопатой еще упал? Почти. Почти. Почти не считается. Ну вот смотри теперь, куда. Если бросать, то только туда, не на землю. Жижу вон туда дальше. Там кювет. Давайте воду сгоняйте. Во. Вот здесь вот это, слышишь? Лопата. Я тут не могу уже. Ну, сапоги-то у меня не заклеены, а зашитые. Ну вот и все самое главное. Вот так. Слушай, тебе если угодно, вот сюда вот кидай рядом. Сюда, под ветки. Ну одно место только. Все, Володя, начинай быстрее кусты вырубать. Угу. Ладно. Подожди-ка. Пускай он туда зайдет. Зайди, Володя, туда. Эти кусты вырубить надо. Все, слава Христу. Вырубай там как барьер и здесь положи. Аллилуйя. Вот это грязь тут, все, что осталось. До самой глубины не надо. Так только верх, который грязь, эту и выбираю, все. Если она просто мокрая останется, то ничего нет. Вот туда в сторону. А потом сухим все начнем засыпать. Вот подъезжаешь, и тут дорогу не видать, ни поворота, ничего. Вот сейчас освободить ее от зелени. Вот Володя рубит ее и кладет как стенку. Чтобы люди видели, где. А то машина-то заворачивала в прошлый раз, а никто не знает, то ли обрыв, то ли нет. А тут ясно будет видно, что до обрыва здесь еще 3 метра. Потому что ширина этой трассы, когда ее делали, была 10 метров. Что-то туманится тут. Вон Сергей Павлович там проводит. Грязь эту туда. Мы прокопали траншейку, чтобы не носить. Видишь как, это сильно облегчает работу. Но только начали. Фактически это только-только. Спрятали лопаты на первом мостике, не могут найти. Володя не нашел, а прятал Никита. Послали Никиту. Вот так. Моя лопата валяется. Что-то там туманится как-то нехорошо. Вот. Вот я уже прошел этот участок. Давайте это. Вы мне подавайте грязь, а я ее туда буду. Ну где она? Вот эту вот жижу. И вон попроси Исаки. Исаки, давай. Исаки, у тебя тоже уважает туда. В грязь нельзя ложить землю здесь. Потому что это не глубоко. Вот в деревне чем заниматься? Грязью. Ничем не занятая душа. Хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер. Кузница. Безделье, как Владимир Мономах говорил. Научит всякому злу. И что
умел делать, забудешь. Абсолютно точно. Как-то у Самуила Яковлевича Маршака там как пахнет что. Всеми цветами сияет маляр, рыбак рыбой пахнет. Ну пыркают люди-то. Но, говорит, дурнее всех показывает пузатый человек, который не работает. Ну, шилить я их называю. Они еще не делают, так и критикуют. Один парень пишет. Ой, я узнал. Коровьим дерьмом дома обмазывали. Вся Россия жила в дерьме. Дерьмовый какой парень. Ну, обмазали, так она это хорошо. Она не промерзает, она небольшую порицу дает. Он не понимает, а слово дерьмо. А сам сидит главное в туалете рядом с кухней. Срам один. Совестливый человек побоится даже пойти в такой туалет. Я слышал это, говорил про живой у Баптиста. Мельников, Иосиф Иванович. Придешь, как в гости, не знаешь, как сходить. Ну все, слышно. А слышно-то не совсем благоприятно. Ну и не симфония же Бетховена. Вот. Вот я сейчас буду сюда гнать ее, а ты ее там принимай. Гони ее туда. Мы еще придумали как. Кидать ее неудобно. А, отгибается, надо от нее, чтобы положить на сухое полотно. Видишь как? Городской ничего не знает. Он услышал дерьме. Так что она дерьмо-то? Ее побелили, никто не узнает. Из чего? Да еще лошадин намазали-то навозом. Глина с навозом. Оно очень плотно, там мелкие частицы не переработанные, как арматура. А он в городе вырос. Да ты знаешь ли, как молоко-то достается? И как курица яйца-то несет. Она ест все, и блевотину, и сопли, все съест. Всеядное животное, птица. Вот, смотри-ка. О, вот мои сапоги и того пропускают H2O. Ну, можно сказать, мы одолеваем ее уже. Это брат наш пропал там где-то. Что-то брата Никиты нету. Ну, не утонул же он. Ну, надеемся. Я думаю, он не может найти брат Никита. Ну, съезди, посмотри. Он же не припадочный. Куда он пошел, трясины нету. Он не может найти. Если исчезла, то только пастухи тронули. Больше никто. Чужой как полезет, пастухи куда-то. Чужой думает скорее промахнуть это место. Непонятно чего тут, как, чтобы не утонуть. Ну вообще, здорово получилось. Вот я вчера еще это видел, вот так и делал. Он не едет наш брат. Ну так, его может там и не трогать, дальше мы не будем трогать. Все, едет он. Идет? Едет. С лопатами? Без. Без лопат? Да. Так а мы их не взяли оттуда? Да вот я не знаю, не помню, может забирали оттуда, я не знаю. А какие они были из себя лопаты? Да кто его знает? Синие? Я не помню сейчас. Надо уже посмотреть, вот когда мы работали, съемка. Давай. А я видел, Никита уходил, последний раз прятал. Да я это тоже видел. Но там нету их. Ты куда прятал? Там, где Павлов бетонная. Да. Но там нету. Ну, ничего не могу сказать. Все, гони. Вот это-то все куда-то. Прогони ему, он его гонит. Я его кидать трудно. Че? Нет, Лопатина Тихонович. А куда ты их ложил? Да все туда же, где были. А как они выглядели, лопаты? Ну такие короткие, наподобие таких вот. К тележке, ну, не вот это? К тележке. Посмотри, может быть их забрали. Может раньше. Забрали. К тележке. Иди на ту сторону, унеси его сразу, Никита.
Ты велосипед. Даже минуту не ставь. Туда. Кто-нибудь вывернется из-за угла. Там, за мотоциклом. Ну посмотрите, как могло там. Кто там? Там гоняет, только не ошибся. Она не тронет. Они такие немножко ржавые были из-за воды. Я помню, кажется, была синяя, подкрашенная. Была одна. А у тебя там нет ее на складе? Нету. Ну, значит, кто-то приговорил их. Кто-то приговорил как будто. Я там все, излазил вокруг, камыши все обтоптал. Руками прошарил везде. Мы были там когда? Неделю назад, да? Да, где-то так. Когда? А мы последний раз где вообще лопат? Когда камни мы там к борту при этом. Ну и синяя, нету ее. Все. Ну на этом все, давайте это. Или утонуло. Подсыпайте. Тут уже можно сыпать. Ведрами или как сюда подтаскиваете? Ведрами можно. Ну тут уже должен. Все, слава Христу, аллилуйя. Вот брат наш Игорь подъехал, барабаш. Помощь к нам, чтобы с этой ямой поправиться. Да, все, бровку, давай, это шире. Все. Она дальше шире идет, с травой вместе. Види какая? Может траву маленькую эту туда? А зачем? Мы ставим, покажем, дальше не надо. Вам. Доброе утро. Доброе утро. Вот, смотри. Да нету тут, считайте, глины, вам не хватит. А? Не хватит тут глины. Может быть вот оттуда заезжать. Да, вот. Там берег будем обрушивать. Что берег? Там. Ну, сначала вот эту бровку все убрать. Да. Вот, начиная оттуда, где да, я стою. Да, ты главное, что вот это сейчас завалить, чтобы сравнять, чтобы ты мог лезть. Игорь, еще вот эту кучу можно, вот эту. И вот это вот туда раз. И... Ну тогда это в первую очередь. Ну, она давай. Мешает, она не на месте стоит. Давай, давай. А потом вот здесь. Возьми назад, возьми назад. Наоборот вперед, даже не знаю, что это. Вот как интересно, поехал к Игорю сейчас. Ребята остались здесь, молитесь. До половины пути доехал, он на велосипеде едет. Первый раз такая встреча. Я говорю, а как ты узнал? Говорит, а как ты не знаешь, как знал я? Вы знаете.
Давайте. Ну давайте, меня поднимешь, ну, я. Давай. Мяч, значит, давай. Давайте я поднимусь, отрублю. Давай. Подожди. Я так подниму. Подожди-ка. Давай. Под корешок, под самым, где сходятся. Там толстая. Вон там. Там толстая. Стой! Давай! Он куда давит-то? Голова, береги голову! Ну вот, руби. Техника. Яма! Яма там! Смотри! Яма. Ого-го! Вознес на какую высоту! Продолжение следует...
техника-то пошла. Это не игрушка. Ну, Вовка, где ты побывал у нас? Вознесся. Вознесся еси, Владимир. О, выращивай, выращивай. Что здесь? Идите двое сюда! Волота! Сережа! Помоги ему! Быстрее раскидывайте, чтобы он мог ехать! Исаки, давай! Туда я... Яма туда, смотри! Сережа, это Володя, ты пока оттуда подкидывай маленько туда. А? Топор спрячь, подкидывай оттуда. Подальше маленько пускай. Подальше маленько, подальше маленько, подальше. Подальше, подальше, подальше. Туда, 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 туда. О, все. Раскидывайте. Откидывай всю туда, поближе. Разравнивай. Надо оттуда как бы. А ты куда и все? Ну давай. Нет. Надо оттуда. Ты
разваливаю его просто и все. Не так. Ты туда заехай и оттуда. Туда. Там сравнять вот этот бугор туда на Исаке и вот в эту яму, Сережа, где стоишь, тоже в яму забросить надо. Сегодня 21 августа. Вот тут мы зарыли всю эту яму. Вот видно, что слив был. Куда я иначе воду прокапал, чтобы слизть с этой ямы. И вот так уже Игорь Барабаш трактором все зарыл. Надо будет еще подровнять все эти бугры. Нашу нужду. Это чудо Божье. Я, главное, полпути проехал только, и ты катишь на велосипеде. Ну, представь, вот сколько ты возила там, и все наделись руками. Руками копать, так сказать. А я сейчас к трактору подошел там что-то ремонтировать. Слышу, мужики тут что-то кричат. Думаю, это же яма Глушкова в историю войдут. Я пойду, думаю, кум предложу, пока роса, а пока не... А какие мужики кричат? Ну, вы! Голос, мужики, думаю, ну, это вы.
Братья. Мужской голос. Ну так и понял, что вы здесь. А что вы, думаю, руками тут нам понавозите? Ну понятно, сколько ты возил, это все мы надеялись ведерками таскать. Господи Боже наш, слава тебе. Ты слышишь дух смиренных. Господи, даруй нам большее смирение пред тобою. Надеяться на тебя. Ты скрыл от нас непосильность и тяжесть этой работы. Побудил брата приехать на помощь. Слава тебе. Научи нас быть бдительными, внимательными, нежными к нуждам других людей. Благослови их и дом сей. И это место, и всех прибывающих сюда. И дорогу эту закрой для нечестивых, для причиняющих зло и воровство. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала, тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос, брат, поезжай с Богом. Спаси Христос. Что тут, не магайте, спаси, да? Христос. Да не, оно не надо, почистить. Потеряла сигайка, да? Не, все нормально. Да это вот что это, глянь. Если тебе бы не трудно было приподнять вот это, чтобы он мог отрубить ветки, нет? Так вот ножовку, он толстую не отрубит. Нет, нету, вон где. Ты ну, просто с ним проехай, это, посмотри. Братья, давайте все вместе как-нибудь это... Ковшик почистить, а то на зерно надо. Так, только не тучите лопату, они наточены, аккуратно. Володя ждет с топором. Давай, Миша. Лезвие не стучите по железу. Он будет работать с зерном, поэтому необходимо. Дорога-то совершенно другая, как бы. Она скрыта была за ветками, а тут все вдруг открылось. Дорогу-то как очистили-то, все ветки-то, смотри теперь. Видно, где концовка. Ну что, возьмешь, Володю, поднимешь? Да. Володя. Ну, который над дорогой, да? Он быстро рубит, да. И там на дороге провези, он быстренько оттяпает. Так, все. Все, отходите оттуда. Володя, залазь эту, в табакерку. Ты ему покажи, где там, чтобы не свалился. Аккуратно. Так, ребята, разравнивайте все. Бугорком маленько. Всю дорогу разравнивайте, а потом толочь будете. Так дорога делается, выравнивается. Была вода, ни воды, ничего нет уже. Все, грязь убрали, засыпается. О, там Володя появился. Ладно, ладно. Володя, уезжайте. Все, все, братья, давайте, не стойте.
видишь, что сделали? Практически все. Андрей пришел из стены. Исааки отец. Это племянник мой, сестры Валентины, сын. Все. Опускай и езжай. Володя, держись. Все, уходи, Володя. Уходи, больше не надо ничего. С Богом. Благослови его, Господи, Игоря. И семью его. Вот так. Володя, который вот это нависает на бугор, вот эти деревца, посмотри, отрубите их все, мелочь, вон там внизу, чтоб поворот был виден, да. Весь этот угол выруби. Это клен, сорное дерево считается. Посмотрите на дорогу, примерно где, туда кидайте. Сюда не надо, в сторону. Приглядывайтесь, где дорога. Именно на дороге выпукло сделать. А потом можно тут утолочь машиной. Конечно, все это примитивно, но лужи нету, все. Ее выпустили, а потом грязь вычерпали. Вот здесь надо выровнять теперь. Это на глазок хотя бы, приблизительно. Ничего носить уже не надо. Вот, продолжаем сегодня 21 августа. Наделывать этот яму, выравнивать дорогу. Вот здесь, где яма была, с водой стояла. Подравнивается. Вот она здесь, сток для воды был сделан. Вон, братья сейчас заравнивают. Ведрами таскают. Где у нас яма, где буду? А вон там, в начале. Да. Здесь вот можно было тоже. Брат Андрей помогает тоже. А вот здесь, в самом начале. А здесь. Здесь она туда будет уходить. Здесь вода стоять не будет. А здесь все закрыли. Мне кажется, нормально. Я думаю, достаточно. Что, Андрей, здесь не надо? Как думаешь? Ну, Игнатий Тихонович не говорил. Не говорил, да? Да. Зайти его на крыльцо убирать. Здесь маленько подправить, покинуть. Вот здесь вот этот край. Наклон сделать чуть. Повыше. Потому что прямо вот отсюда копать. Вот это вот место завалить сюда. Машины пойдут, тут видно будет, где продается, где что. Давай-ка лопаты поскоблим. А то у нас тут кривая дача получилась. Выпуклости нету, создать. Никита будет давить тут подарок. Главную работу уже сделали. Все, Игорь помог.
Вон здесь. Надо знать время. Ну, надо смотреть, чтобы ровно было. Ну там так, дорога, все здесь. Ну тут маленько, тут ведра два подсыпать только. Что ты там делаешь? Ну-ка, пойдем посмотрим. Врубаю. Много нащелкал? Да я убрал. Все, все последнее? Нет, еще вон. Угол убирать. Ну, пойдем посмотрим. Проходи. Сейчас. На середину кидай. Вот сколько Володя нарубил. Он их видать, которые белые. Это все он все утро тут убирает. И где кончается дорога, в обвал, чтобы не пошли люди из ограждения одновременно. Вот, видишь, как хорошо. Огромные длинные жерди. Ну тут тебе десятка два еще придется их срубить, чтобы они здесь дорогу не затеняли. Мелочь всякую тут попутно поруби. Вот и все. Володя здорово получается. Он как машина работает. Щурки колят. Он раз-раз-раз. Щелка маленькая. Он опять как дятел. Вот так. Так, мы дорогу сделали. Теперь нужно проложить первую абсолютно ровную стезю. Никита, снимай эти рукавички. Мы сейчас поедем. Ты будешь прямо снимать. Я не знаю, тебя где посадить-то. На какое место, чтобы ты снял это? Ну а где? Конечно, спереди. Где еще? Или на крышу залазить? На крыше можно залезть к тебе, а, Роман? На крыше. С крыши съемку сделать. Попробуй. Давай. Ну, давай. Это надо на железо, не вставай. Да, на крышу. Ты на крышу не вставай, а прям на эту, на железке. Лучше вот на эти три. Да переходи. Опа. На саму крышу не вставай на эту. По этой можешь перейти. Садись только, чтобы крепко ты сидел. Так. Я сажусь с Романом. На. Прямо-прямо на дорогу, смотри, вперед. Нам нужно снять первую колею. Мы тоже садимся. Ты садитесь. Кусайте, садись. На крышу садитесь. Не упади. Сильно не гони. Это слов знаете. Так, ну поехали, поглядим. Что выяснить, да. Лишь бы только не рвал, а то я не удержусь тут никак. И не тормозил резко. Ой-ой-ой-ой. Как в кино. Тихо-тихо-тихо. Вон что случилось. Только боком сидеть. Не застряли.
заехал сильно вправо, не надо было. Тут только на такой машине можно выехать. Да, сюда. И тебя снимать будем сейчас. Да. Потихоньку. Ты чуть не упал, наверное, да? Был момент один. Ну давай потихоньку, брат. Помогите ему сесть. Я призвал Романа специально для того, чтобы сделать ровный след. Ну открой. Я съездил к нему сейчас, сказал, на 10 минут. Он там помидоры солит. Я говорю, как первый след проложишь, так все будут ехать. Его заранее предупредил-то. И надо же, задним ходом-то он... Щукши не мыть, ты куда завел-то? Я говорю, дундук, ты что делаешь-то? А я как чувствовал, эту яму надо завалить. Завалить надо. Ну все, с Богом, брат. Вот Шамиль Басаев, готовый. Шамиль. Ну все, дорогу как сделаете, притопчите, присопчите, прибейте, ничего не забудьте. Мой костюмчик коричневый принеси сюда. Это, Исаки, да. Там коричневый костюмчик мой лежит, принеси сюда. Все, ушел. Это я так держу, у меня руки трясутся. Вот все. А свой велосипед тут оставил. Послал его за костюмщиком. Вот мы там работаем, убираем деревья на повороте. Приехал Исаки и говорит, мы все сделали. Вот я сейчас приехал проверять. Они не ушли с работы. Вот теперь это дорога, как она выглядит. Теперь нужно только машинный след оставить, чтобы другие знали. И мы тут проверим это дело. Че, ребята, можно сделать было бы ровнее, но у нас же техники нету. Ну, считай, что ладно. Не автобан. Там она тоже дальше-то не очень как. Да. Так, чем заниматься будешь? Че, а то идите, ветки вытаскивать, там надо и... Давайте. Так. Пойдем. Я телегу повезу домой. Так, тут надо все подготовить. Знаете, что у нас вот это вот смущает, что вот здесь вот яма. Да. Как бы, и... В каком месте яма? Какая яма? Ну вот это вот. Вот это вот? Может, ну еще. Как-то ее... А как? Колышек поставить, чтобы... Ну, колышек упали. Поставить, это не колышек, это... Ну, напротив дороги, это можно засыпать ее. Засыпать. Больше не колышек поставить, а засыпать. Ну и сделайте тут рядом лопатой, закидайте ее, раз смущает. Вот до сих пор она у вас и получится. Вот это вот. Где, вот как колея, он продавил здесь. Ее можете забросать землей, вон она рядом. Сделайте.
чтобы совесть не мучила. А потом колышек на конце на этом поставите. Чистый. А у вас колышек-то есть, нет? Сделайте, тут вам немного. Тут можно ведрами или лопатой подкидайте. Вот это вот хотя бы, да? Да, вот до этого вот места, до этого. Вот это увеличьте, расширьте. Правильная мысль была. Все. Так. Ну и все, дальше сами пройдите, поглядите. Ну а что еще сделать-то? Воды нету, определенно. Яма Глушкова кончилась. Ему надо будет объявить. Ой, потом. Здесь сток сделали, если, а? Допустим, ну, накапает, здесь сток сделали. Ну, один, и там второй. И все второй. Туда. Нормально, только продолбить надо, что-то засыпало его. Чтобы сток, он уже завалился у вас. Угу. Сделайте более покатые, вот это, чтобы не завалило. Покатые. Да, да, шире ее. А там начинайте сразу, закидайте это. Даже можно, носить, да? Не надо. Попробуй. Может быть, ведра взять надо. Теперь можно закидывать, да? А? Теперь можно закидывать. Можно, а до сих пор. Вот до этих пор. До этих пор. Не дальше. Вот. Там, видишь, куда кидали? Вот до этих пор. Вижу, да. Раз видит, что там оно не совпадает, сделайте рядом. Я потом попрошу приехать грузовик и пройти, проложить след. Чтобы следующие знали как. Потом все сложите на тележку. И отправляйтесь. Узнайте, как у Романа. Пускай он к нам приедет, и потом мы с ним дорожку проделаем. Скажи, не сворачивай, а вперед проехай. Так, начинайте, вас трое осталось. Теперь, сынок, можно. Потому что здесь прокидали, и вы видите у вас, что боится, что упадут. Вот до этой грязи сделайте. Вот, смотри. До этой грязи в уровень вот. Так и выведите по этой. Вот. Вот это место завалить. Земля тут легкая. Только здесь, да, вот тут. Вот как стоит нога твоя правая, вот до этого места. На этом уровне земли. Маленько может со скатом быть до грязи. Засыпать. Раз сказал, то это правильное дело. Ну и все на этом. Вот братья позвонили, ехать не ехать, домой обедать. Мы тоже закончили. Все. Складывайте инструмент и подвозите, и разгружайте около скворечника. Я там буду. Все. Маленько очистите эту железку-то. Снизу грязи много на ней. Толкушки. Потихоньку, чтобы не затупить. Да это нет, снизу, только снизу. Вот оставались здесь Сергей Пупков, Никита Колесников. И вот все сделали. Благодарим Бога. Так. Володя топор принес. Нам еще арбузов дали. Да, видишь как. Арбуз. Арбуз. Главное, арбуз дала в воскресенье Серафима Гавриловна. Два арбуза и дынь. И сейчас арбуз. Не просили ничего. Два арбуза. Два арбуза. Андрей дал. Так. Мы сейчас будем Бога благодарить. Ага. Господи, ты позволил нам окончить начатый труд. Великая тебе благодарность. Сохрани нас от всякого рода зла и греха. И научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Ты дивно велик. Ты дал нам познать тебя через Слово Твое Святое, через Святую Библию. Господи Боже наш, слава Тебе. Сохрани нас от всего, что не славит Твое Святое Имя. Прибуди с нами, это селение сохрани от пожара, от воров, от нечистой силы. И благослови правителей страны, дай им страх Твой Святой. И патриархов, и епископов, священников, и всем даруй духовное рождение свыше, и водительство Духом Твоим Святым. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Благодарю, братья, и вас, за работу. Вас спаси Христос, что не даете нам засохнуть, зачахнуть, так, задрябнуть. Да, давайте. Андрюша, когда ты узнал, что Исаки пошел, ты его отпускал или он сам?
Нет, он мне просто сказал, говорит, что мне надо завтра сюда. Ну, я сказал, говорю, иди. Сюда, да? Да, у нас дел не было никаких. Ну, понятно. Ведь потом сам приехал. Ну, я вот пока управился, все сделал. Ну, понятно, ты глянь, что было, и вот его засняли. Это... Лужа, грязь, и вот вон туда объезжали, так все. А сейчас все, дорога. Ну, подправлять придется где-то что-то. Ну, посадка там разная. Потому что не зелина у нас, а земля. А это, когда ты по первому мостику проходили груженные машины, нет? Уже? Да. Да? То есть если с углем пойдет, может проехать? С углем, да кому камень-то везли? Так они привозили уже уголь-то. А, привозили? Батюшки камень, привезли. Камень, груженные камнем, да. Кирпичом, да. Под завязку. Мне просто знать надо, потому что сегодня может уголь. Да где-то... вы когда идете, да старайтесь не в колею идти, а мимо. Чтобы вот, вот здесь вот и здесь, как вот дорога-то, мнут одно и то же место. А вот это место, и там поедете, когда маленечко сверни. Чтобы... А это не я, это кто-то приедет, я его знать не знаю. Ну ладно. Я нет, вас, а... направляю сюда по этой дороге. Да, дорога хорошая. Они уголь привозили плотненько, он по этой же стороне ехал. Ну, хорошо. Через первый, второй мостик. Железо. Не знаю, что он кричал. Знаете. Это колокольник, а Владимир Алексеевич играет его. Ну давай. Все? Все, пошли.